15 декабря по 20 декабря включительно с 8.30 до 14.30 ежедневно без перерыва. Управление труда и социальной защиты населения проводит перерегистрацию граждан, имеющих право на получение всех видов социальных пособий, кроме льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо, сжиженный газ, прочих льгот и разовых компенсационных выплат. При себе необходимо иметь паспорт, льготное удостоверение, если такое имеется. Управление труда и социальной защиты населения находится по адресу улица Карла Маркса, 21. За консультациями обращаться по телефонам 20196, 20199, 20200, 20204. Радушно распахнула двери для будущих первоклассников общеобразовательная школа номер 7. Первое знакомство со школой маленькие дошкольники начали с экскурсии. Дети с интересом знакомились с достопримечательностями учебного заведения, а также побывали в библиотеке имени Гайдара. Веселый школьный звонок позвал будущих первоклассников на занятия. Со всеми премудростями школьной жизни терпеливо знакомят будущих первоклассников мудрые и творческие учителя Снежко Елена Сергеевна и Борисенко Лидия Владимировна. Много интересных открытий ожидает детей на занятиях. После окончания занятий дети не торопятся уходить. Хочется как можно дольше побыть в сказочной стране под названием школа. Каждый мечтает поскорее стать учеником, ведь все начинается со школьного звонка.